На заре ты ходил по росе утром ранним. Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Шел май 1942 года. На западе, в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии, обе стороны, на 2 метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Кировскую железную дорогу. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. На 171-м разъезде уцелело несколько дворов да длинный приземистый пакгаус. Немцы изредка кружили над разъездом, и командование, на всякий случай, держало там 2 зенитные установки. Саду, когда вернется. Это чеботная. От тишины и безделья расквартированные солдаты млели, как в парной. В 12 дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. 3 дня солдаты отсыпались, присматривались. На 4-й начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Это? Чего стряслось? Ну что, Васьков, тебе выговор, а ползут на фронт от греха подальше. И мне бы на фронт, товарищ майор. Даже не начинай эту песню. Все, отвоевался. Товарищ майор, да здорово я уже давно. Вон, война скоро кончится. А дети будут спросят: батя, ты на войне-то был? Что им скажу? Полдня воевал. С утра началось, к обеду ранили. Скажешь, живой остался. Другим мечтает на твое место.
Тебе все не имется. И потом, старшина, на тебя разъезд. Военный, так сказать, объект. Солдат ты тоже. На войне. А как же картошечка-то, товарищ майор? Это не война. Это санаторий какой-то. Ладно, Восков, жди. Пришлите завтра других. Пришлите не пьющих. Не пьющих. В отделении почти 20 человек не пьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь. Шлите не пьющих, чтобы это... Насчет женского пола. Евнухов, что ли? Не знаю. Начальство виднее. Врага добьем и сразу к тебе. Знаю, Ваша, сразу. Как приеду, сразу напишу. Ладно, Восков, будут тебе не пьющие. И насчет женщин тоже будет. Ну, гляди, старшина, если и с ним не справишься. Полозад! Машина! Семенов, сухпай, есть загрузили! Ну, гляди, старшина! Встретишься мне после войны! Невежий нос, Евграфович. Завтра новых пришлют. А вот недельку продержится. Спасибо тебе, Федот Евграфович. Вот всей души, с поклоном. Ребят на смерть послал, а сам тут окопался. Этой весной Федоту Евграфовичу исполнилось 32. И до этого он жизнь свою удачливой считал. Все-таки он со своими неполными 4 классами полковую школу окончил и до старшинского звания дослужился. Женился на санитарке из гарнизонного госпиталя, которая ему мальчонку родила. А тут как раз финская началась. И Восков на фронт уехал. После ранения, пока он в госпиталях загибался, жена завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот развелся с нею, мальчишку через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер. И с той поры Восков улыбнулся всего-то 3 раза. Генералу, что награду вручал, хирургу, что осколок вытащил, да хозяйке своей, Марье Никифоровне. За догадливость. Ты что? Войско ваше прибыло. Наконец-то. 2 сутки разъезд без обороны. С командиром прибыло? Не похоже что-то. Ну, слава богу, власть делить хуже нету. Годите радоваться-то. Остановись!
товарищ старшина, первое и второе отделение 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает помком взвода сержант Кирьянова. Нашли, значит, непьющих. Так точно. Товарищ майор, ну я. Так точно. Есть выполнять. Зенитчики, между прочим, по хатам жили. А мы не зенитчики. Мы зенитчицы. Новобранцы все? Или как вас там? Новобранки. Кто воевал, кроме вас-то? Обижайся, товарищ старшина, мы стрельные. Младший сержант Осянин, сколько там зарубок у тебя на прикладе? Недостаточно пока. Как звать? Рядовая Бричкина. Елизавета. Деревенская, что ли? Ну да, так точно. Ображаешь. Вот, пример берите, как с инструментом обращаться. Откуда будешь-то? Из Сибири мы. С Енисея. Близкий край. Чего ты пришла? Видишь, лисий состав размещают. Так это... борщ готов. И что, борщ? Вот, костынет. Да, и товарищ старшина, о помещении позаботьтесь, пожалуйста. В каком еще помещении? Кустов поблизости не наблюдается. Настоящее начальство. Не повезло нам, девчат. Один мужик, и у того койка занята. Понятно, что по хатам жили. И сам с хозяйкой на печи. Неправда это. Влюбилась. Втюрилась наша Бричкина, девчат. В душку военного втюрилась. Бедная Лиза. Всю свою жизнь Лиза Бричкина прожила в ожидании завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие счастья. Даже когда ее вместе со всей семьей назвали врагами советской власти, отняли дом, хозяйство и с тысячами таких же крестьян-кулаков отправили в Сибирь. И даже тогда это не убило ее веру в сияющее счастливое завтра. Ну что, упыри, дармоеды, кровопийцы трудового народа. Скоро ваш дом, родной. До зимы у вас осталось 2 месяца. Кто успеет построиться, тот и будет жить. Уж лучше сразу бы всех постреляли, чем людей-то мучают. А это никогда не поздно. Сюда, сюда, говорю! Себе выдумал. Настоящего ты не видала. Значит так, из расположения без моей команды ни ногой, ясно? А за ягодами нельзя? Ягод еще нет. А с чаю? Товарищ старшина, нам без приварка никак, а то отощаем. Отставить. Вон в излучине прорву его.
За реку не ногой. Люда! Ира! В караул! Катя разводящая! Стоять! Это что такое? Где? Это что, я спрашиваю? Это называется развод караула? Развод нужно делать по всей строгости, по уставу. А устав? Устав для солдата это, ну... Шли бы вы отсюда, товарищ старшина. Нам еще прибраться надо. А ты, Федот Евграфович, не очень-то утруждайся. Один ты теперь у нас остался. Вроде как на племя. Ты теперь... По дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас у баб насчет тебя договоренность. Полина Егорова, совесть-то поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно. А война, Евграфыч, все спишет. И солдат, и солдаток. Отпекля. Эх, выселил бы я тебя, Егорова. Будь моя власть. Мы на реку, за щавелем. А я так погляжу, у тебя и на этих-то власти не особо. Мария, у тебя самогон есть?
В следующий раз постарайся пораньше. Он до последнего глаза таращит, ждет тебя. Хорошо. Давай. Утром проснется, а тебя нет, опять расстроится. Ладно. Да. Осторожней там. Если немцы! Откуда здесь немцы, товарищ старшина? Ремни. Что? Ремни снять! Трое суток ареста за нарушение дисциплины при фронтовой полосе. Товарищ старшина, здесь вам не хата, а казарма. Это что? Разве не узнаете? Демаскирует. Так приказ есть. Какой приказ? Соответствующий. Военнослужащим женского пола разрешено сушить белье на всех фронтах. От главнокомандующего лично. Разве не слышали? Нос. Зря стараетесь, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Так что и глядите на них. Соответственно.
зайчик прыгнул. Брось, Рит. Все равно не попадешь, не трать патроны. Заряжен. Оставить! Что наделала? Я тебя под трибунал отдам! Фу! Товарищ майор! Я знаю, я знаю. Сбитый самолет. Чья работа? Командир второго отделения, младший сержант Осянина. Молодец, Осянина. Жаль, так летчика живыми не нашли. Спросить бы у него, что он с своим самолетом делал в ваших краях. Неужели сбился с курса? Может, разведка? А что ему тут разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь? Разрешите взять бойцов, прочесать лес? И оставить орудие без прикрытия? Разрешите самому. А вот это правильно. Может, что-нибудь дельное при нем найдешь. Ну, ладно, принимай пополнение. Товарищи бойцы, знакомиться. Осянина. Маргарита, можно вас на пару слов? Женщины на фронте, сами знаете. Объект, так сказать, пристального внимания. Вот есть случаи, когда не выдерживают. Один штабной командир, женатый, между прочим, завел себе подругу. Член военного совета, узнав об этом полковника того, в оборот, мне приказал подругу эту, так сказать, к делу пристроить, в хороший коллектив. У вас же, Маргарита, хороший коллектив? Понятно. Разрешите идти, товарищ майор? Идите. Командир отделения Осянина. Боец Гурвич. Боец Четвертак. Боец Камелькова. Мои. Поздравляю, пап. Сталин Саулович? Да. И руку жал. Вот, передаю. Знакомься, Алексей. Моя дочь Евгения. Не верь ангельскому виду. Черт в юбке. Женя, подполковник Лужин. Вместе воевали в финскую. Бойцы, за смелость, проявленную в бою, в уверенном мне гарнизоне объявляется банный день. Не очередной. Ах, везучий ты, Евграфович. Такой палисадник, и все тебе одному. Гляди, не надорвись, выполняй боевое задание. А то можешь помочь. Дурак ты, Макарыч, хоть и герой войны, империалистической. Ох-ох-ох-ох.
когда появился. Что в тебе? Мы еще гимнастерочку шьем, где надо. Вообще будет глаз не оторвать. Если хочешь, я тобой займусь. Да пошутила я насчет старшины. Пошутила. Бери его себе, так и быть. Жень, займись-ка мной. Прижму сегодня старшину. Пусть погреет. И меня. Что, ему жалко, что ли? Отставить. Стыдно. Зря, Ритух. Пусть болтает. Занятно. Влюбляться пусть влюбляется. Слова не скажу. А лизаться по углам. Этого я не понимаю. Не понимаешь? Может, расскажешь, куда ночами бегаешь? Женя, может, ты споешь? Девчонки, Женя знает столько песен. Ну чё? Нашел, куда он денется? Эх, она его сорванула. Взять был живым. Он бы меня быстро по-русски заговорил. Ну как бабе оружие доверять? Так вдовая она. У нее к ихнему брату личный счет имеется. Разлук. В этот дом я привык приходить. Я теперь слишком старый твой друг, чтоб привычки своей изменить. Если я из далеких краев слишком долго известий не шлю, все равно, значит, жив и здоров. Просто писем писать не люблю. Ты крылатая песня, лети с ветром прежде узнай, дорогая подруга моя. Я и сам бы с тобою слетал, да с рассветом мне в бой уходить. Я и сам бы любимой сказал, что жизнь. Что случилось, Жень? Я уезжаю сегодня. Отца переводят в Таллин. Срочно. Маму, сестру, братишку.
Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Расстрел. Семьи комсостава захватили и под пулемет. А меня тогда эстонка спрятала в доме напротив. И я все видела. Последний упал. Так специально добивали. Жень. А как же полковник? Как же ты могла? А вот могла. Могла. Сейчас будешь воспитывать или потом, после отбоя? Далеко. Я потому сюда и напросилась, чтобы поближе к сыну быть. Сегодня опять пойду. А если увидит кто? Или на патруль не летишь? Ведь сгоришь. Ничего, я везучая. Ну ладно, девчонки, отбой. А то и правда не успею. Вот деревня наша. Лягунтово озеро. Кировская железная дорога. Беломорский канал имени товарища Сталина. Вокруг крестики да кружочки. Зачем это? Рита, Женя в карауле. Мы тут тебе собрали кое-что. Ну, сахар там. Концентрат у нас же все равно остается. А у тебя как-никак мужчина растет. Спасибо, мои хорошие. Я всегда любила, когда у меня мама что-нибудь вкусненькое приносила. Она у меня медицинский работник. Все дороги обозначены. Горкурку озера, дорогу знают. И болото обозначено, что непроходимо оно. Сюда не знают. Все да не все. Комендант Тихого 171-го разъезда старшина Восков и знать не знал, что директива имперской службы СД за номером 219-702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению. Эта директива предписывала проникновение элитного отряда СС на советскую территорию с целью произвести диверсии на Беломоро-Балтийском канале и Кировской железной дороге в преддверии крупного наступления немцев на Северо-Западном фронте. Thank you.
На заре ты ходил по росе утром ранним. Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Старшина! Ты чего? Вишака повстречал? Немцы в лесу. Откуда здесь? Сама видела. Двое с автоматами. Маскировочные на кильках. Макарыча убили. Так.
Команда в ружье, боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом! Сосна! Ах ты, мать честная. Либо спят, либо поломка. Сосна! Сосна слушает. 17-й говорит. Третьего давай. Срочно давай, ЧП. Да не ори. ЧП у меня. Ты, Васьков? Так точно, товарищ третий. Что там у вас? Немцы в лесу, возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух. Кем обнаружены? Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Погоди, чесать, Васьков, тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим, тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои? Говорит, в маскалатах с автоматами. А диверсанты как пить дать. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Есть, товарищ третий. Товарищ старшина. Приказано выделить в мое распоряжение 5 человек. Разрешите мне? Нет. Останешься здесь за старшего. Здравствуйте. Положение обнаружен враг. В количестве 2 единиц. Наша задача – догнать противника и захватить его в плен. В крайнем случае уничтожить. Сержанту Кирьяновой приказано выделить в мое распоряжение 5 человек. Младший сержант Осянина, шаг вперед. Выбрать 4 бойцов из своего отделения. Боец Камелькова. Я. Боец Четвертак. Я. Отставить! Немцев идем ловить, не рыбу. Давайте таких, чтобы хоть стрелять умели, что ли. А мы всегда вместе. Ну, хорошо. Я стрелять умею. Отец учил. Боец Бричкина. Да, вот еще. Может, немецкий знает кто? Я. Что такое я? Что значит я? Докладывать надо. Боец Гурвич. Может, еще кто знает? Как по-ихнему руки вверх? Хэндехо. Точно. Ну, давай, Гурвич. Так. Остальным разойтись. Спасибо, хоть мокрыц не развели. Всем разуться! Ничего себе, командочка. Хорошо хоть не раздеться. Разговорчики. Так. Да с такой обувкой вы через 3 километра ноги собьете до кровавых пузырей. Значит так, оружие почистить, обуться по-человечески. Кого надо обучить? Порядок себя привести, подготовиться. Взять патроны и сухой паёк на 2 суток. На все про все 40 минут. Исполняйте. Городская, что ли? Оно и видно.
объявление войны германские войска атаковали наши границы во многих местах. Значит, на этой дороге встретила? Тут. Прошли мимо меня по направлению к шоссе. К шоссе? А чего ты в лесу в 4 утра делала? Просто по ночным делам. Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь? Есть такие вопросы, товарищ старшина, на которые женщина отвечать не обязана. Нету здесь женщин. Нету. Бойцы есть. И командиры есть, понятно? Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем, ясно? Тот у вас постелька до сих пор распахнута. Товарищ старшина среднего рода. Ну, шоссе, говоришь, пошли. Черта, ему шоссе-то делать. И тючки, говоришь, у них? Да, за спиной. Мыслю я, тол они несли. А коли взрывчатку тащат, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую железную дорогу, значит. До Кировской дороги не близко. Сообщи охране на дорогу. Мой доклад ежедневно в 20:30, позывной 17. Есть. Ну все. Через 15 минут выступаем. Слушай меня. Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянина. Порядок движения будет такой. Впереди головной дозор, затем в 100 метрах основное ядро, еще за ними в 100 метрах последняя пара. Там, ближе к болоту, распределимся. Идти, конечно, не рядом, но в пределах видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного, кто по-звериному или там птичьи кричать может? Мяу. Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь, у немца тоже уши есть. Я умею. По-ослиному. А слой здесь не водится. Ладно, будем крякать учиться, как утки. Так селезень утицу подзывает. Правильно говоришь. Сигналы такие будут. 2 кряка. Внимание, вижу противника. 3 кряка. Все ко мне. Ясно? Попробуйте. Так, отставить! За мной. Восков понимал, что если цель немцев – диверсия на Кировской железной дороге, важнейшей транспортной артерии, по которой доставлялись грузы союзников на фронт, то остановить их – задача не просто боя местного значения.
прямой дороги к Вопь-озеру, которую Восков открыл еще в Финскую, немцы знать не могли. На картах здесь одни топи обозначались. А значит, к железной дороге у немцев был один путь. К озеру, на Синюхину гряду. И миновать эту гряду им было никак невозможно. Немчура побегает. Очень даже здорово. Версток на 40. Давай. Дядя-то с мамой живы у тебя? Или сиротствуешь? Сиротство? Пожалуй, знаете, сиротство. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина? Резон. В Минске мои родители. Я в Москве училась, к сессии готовилась, а тут... Известия имеешь? Ну что вы? Родители-то еврейской нации? Естественно. Естественно. Было бы естественно, не спрашивал бы. Соня не знала, да и не могла знать, что ее мать, Вера Иосифовна Гурвич, в это самое время носила на груди желтую звезду и бездушный порядковый номер лагеря «Малый Тростенец». А ни отца ее, ни сестры к этому времени уже не было в живых. Уйти успели. А ну, боец Гурвич, крякни-ка три раза. Зачем это? А для проверки боевой готовности. Забыла, как учил? Нет, не забыла. Коли бы что случилось, вас бы уже архангел на том свете встречали. Растопалась, понимаешь, как телушка и хвост трубой. Чего в пути заметили? По порядку, младший сержант Засянина. Да ничего вроде. На повороте только ветка сломана была. Молодец, верно. Боец Камелькова. Ничего не заметила. Все в порядке. Кустов роса сбита. Слева еще держится, а справа тут дороги сбита. Вот глаз. Молодец, красноармеец Бричкин. А еще было на дороге два следа от резинового немецкого ботинка, что их не десантники носят. Если по носкам судить, те же, что они вокруг болота, и пусть себе держат. Потому что мы возьмем это болото напрямки. Ну все. Сейчас 15 минут. Покурить можно? Ну, кому надо оправиться. Не
хохотать! Разбегаться! Сейчас внимательнее надо быть. Я первым пойду. А вы гуртом за мной. На след след. Тут слева-справа трясины. Маму позвать не успеете. Поэтому каждая слегу возьмет. И прежде чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть пробует. Вопросы? Есть. У кого сил много? А чего? Боец Бричкина понесет весь мешок, переводчица. Зачем? Затем, что не спрашивают. Камелькова. Я. Взять мешок, красноармейца четвертак. Давай четвертачок. Заодно и винтовочку. Разговорчики. Делать, что верят. Личное оружие каждый несет сам. Повторяю, что без ошибок. Ногу ставить, след в след. Слегой в топь. Можно вопрос? Что вам, боец Камелькова? А что такое слегой? Слегка, что ли? Что у вас в руках, товарищ боец? Дубина какая-то. Вот она и есть слега. Ясно говорю? Теперь прояснилось. Даль? Какая еще даль? Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника. Жень, перестань. Так, маршрут опасный. Порядок движения будет такой. Я головной, за мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Ваш сержант, а сегодня замыкающий. Вопросы есть? А глубоко там? Ну, местами будет. Ну, вам по, это самое, по пояс, значит. Винтовки берегите. Бывают. Аккурат в таких местах лишак живет. Ну, сказки, понятное дело. А пиявки тут есть? Нету тут никого. Мертвое место. Погибельное. Что, товарищ Бойцов? Умаялись? Умаялись. Дальше легче будет. До сухой березы добредем и шабаш.
Как же без сапога? Мы тебя чуть не сообразим. Но только уж за болотом. Потерпишь? Зарублю. Осяп, ты галка. Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскивала. Я загибала, а он все равно слез. Ой. Ой. Холодно, девочки. Я мокрая до самых-самых. Думаешь, я сухая? Я раз оступилась до конца. Ну, товарищи бойцы, снеги разбираем. И за мной в том же порядке. Здесь прислонить. Может, кому сейчас годятся. Чуть еще к товарищу красноармейцу. Поднатужьтесь. Чуть дальше. У водопада отдохнем. Давай. Винтовки, вояки. Оружие подобрать и к дереву прислонить. Сюда скатки, все в одно место. На мытье и приборку даю 40 минут. Есть, товарищ старшина. Как, товарищи красноармейцы? Порядок? Полный порядок, товарищ старшина. Замерзли? Так ведь все равно погреть некому. Остро. Ну, ладно ли? Очень даже. Спасибо, товарищ старшина. Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги душить. Синюхина гряда начинается. А вон, с другой стороны, ее второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил когда-то. Легон прозвищем. Измолвия искал. Измолвия здесь хватает. Немцам один путь между озерами через гряду. А там известно, что бронил бы это каменья с избу. Вот в них-то мы и должны наши позиции выбрать. Основную и запасную, как тому устав учит. Выберем. Будем ждать. Thank you.
Так, увижу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент, ясно? Ясно. Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда топор у меня попросишь. Да подручных своих пошлешь сухостоянно рубить. Говорил же, рубить тот, на котором лишая еще нет. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, будет жар один. Мил человек, по-твоему, и жизнь нужно прореживать, как лес, а? Не прореживать, а чистить дурную траву с поля вон. Ну, лес, ладно. Сухостой там больные стволы. А ежели оно живое, теплое, бегает и жить хочет, как и ты. Волк, например. А чем тебе волк-то не угодил? Да потому что зубы у него. А он что? Виноват, что волком родился. Вот, скажем, приказали считать волков врагами населению. Взяли всенародно, и всенародно же перестреляли всех волков по всей России. И что тогда? Хорошо тогда будет. Дичи много будет. Да не будет дичи совсем. Если жизнь одной краской красить, кончится жизнь-то. Без волков зайцы зажиреют и передохнут все. Что тогда? Своих волков выращивать будем? Али за границей покупать для страху? А ты часом не из раскулаченных, Иван Петрович? М? Тебе что? Дальше Сибири все равно не пошлют. Да и на кой я им нужен? Кому это им? Ну, нам. Все. Спать пойду. И мне пора с утра уезжать. Чего у тебя? Что, скучно? Скучно. Я твоему отцу адрес оставил. Приедешь летом, в техникум тебя устрою. Здесь пропадешь. И вот еще что, ты за отцом-то следи, неосторожный он на тебя. Поняла? Поняла. О глупости
Не надо делать даже от скуки. Все, иди. Отличную позицию мы выбрали, товарищи бойцы. Отличную. Другого пути на железку нет. Значит, возьмем их прямо здесь тепленькими. Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Ты понимаешь, не дролишка. Нечего мне кусочки выкладывать. Давай наворачивай, как бойцу положено. Я наворачиваю. Угу, вижу. У меня конституция такая. Конституция. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас всех. А есть на что посмотреть? Давай. Решил встретить врага на основной позиции. И не открывая огня, предложить ему взяться в плен. В случае сопротивления одного убить, другого все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца «Четвертак». Своим заместителем назначаю младшего сержанта Осянина. Почему ты меня в запасные? Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано выполнять. Ты, Галка, наш резерв. И первым я с ними буду говорить. По-немецки? По-русски. А вы переведете, кто не поймет. А если в бою, так будете высовываться. То Санбада поблизости нету. И Мамань тоже нету. С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать пока лично. Огонь не скомандую, ясно? Противник силой до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу, Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве 6 человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева – Вопь-озеро, сосед справа – Бегунтово озеро. Вопросы? Прошу пройти на позиции. Thank you.
На заре ты ходил по росе утром ранним. Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Может, зря сидим. Может, и зря. Однако не думаю, если ты только этих фрицев с пеньками не спутала. Вы бы поспали, товарищ старшина. Я на зорьке разбужу. Да погоди ты, заснул, мусянин. Будет, не понимаешь ли, вечный сон, если фрицев провороним. Так, а может, и не спят сейчас, Федот Евграфович? Спят. Ну да. Люди жаль. Сами говорили, Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им... Погоди, Есенина. Погоди. Полста верст. Это ж точно. Да по незнакомой местности до каждого куста пугаюсь. Так мыслю? Так, товарищ старшина. А коли так, то могли они свободное дело и отдыхать завалиться. В буреломе где-нибудь. И спать будут до солнышка. Закурим, товарищи-то. Я не курю. Да. Это как-то насчет того, что они тоже люди. Как-то я недопонял. Правильно подсказал. Отдыхать должны. Я не хочу спать. Алло. Ноги вытяни. Небось, гудят с непривычки. Пойду позицию, я смотрю. Чего, чего? А привычка имеется. Thank you.
рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющий год, безумие ли вас, надежда ли есть? От ней войны, от ней свободы. Кому читаешь? Кому читаешь, спрошу? Никому, себе. Что в голос-то? Так ведь стихи. Ага. Глаза портишь. Светло, товарищ старшина. Да я вообще... Из-за этого на камнях-то не сиди. Я сыну скоро начну с тебя тепло тянуть. Если не заметишь, шинельку постилай. Хорошо, товарищ старшина, спасибо. А голос все-таки не читай. Вечер этот воздух плотный, сырой. А зори здесь тихие. Слышно аж за 5 верст. Поглядывай. Поглядывай, Борис Гурьевич. Сейчас. Я боялся, что вы не придете. Костя. Я так давно хотел вам сказать, Соня. По машинам! Я лучше вам напишу. Вот. Это блок. Я там заложил, вы увидите. До свидания, Соня. Я обязательно вам напишу. Соня так и не дождалась его письма. Он погиб в конце октября вместе со всей своей ротой в составе одной из московских дивизий народного ополчения в окружении под Вязьмой. Ну что, Мричкина? Ничего не заметила? Пока тихо. Ты все примечай. Кусты не шевелятся ли? Птицы не шебаршатся ли? Человек лесной, все понимаешь? Понимаю. Что из-за это? В колхозе ты работала? Да нет. Больше отцу помогала. Он лесник. На кордоне мы жили. Угу. Ты вот крякаешь хорошо. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлёшь ты мне привета? Что ж ты дролю не поешь, аль твой дролю не пригож? Какая припевка в наших краях есть? А у нас пели. Позже споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Честное слово? Ну, сказал же. Углядите, товарищ старшина. Обещались. Крашеные пони. Свои. Растрепанные я. Ничего, ничего, управляйся. Товарищ старшина, а вы женат? Ну, женат. Боец Камелькова. А где ваша жена? Ну, известно где.
Дома. А дети есть? Дети. Был мальчонка. Как был? Помер. Аккурат перед войной. Умер? Да. Не уберегла маманя. Жена нас бросила. Ты чего скукожилась, товарищ боец? Холодно. Так. Да не рвись, лоб давай. О, жар у тебя, товарищ боец. Чуешь? Вот оно, болото-то. Вот он, сапог потерянный. Так примешь их разбавить. А что это? Микстура. Держи. Микстура. Спирт. Ну, спирт, ну. Что вы? Я не буду. Приказываю принять. И выдай сразу. Что в самом деле? У меня мама медицинский работник. Нету мамы. Война есть. И немцы есть. Мама у тебя будет, кто войну переживет. Ясно говорю. Пей! Что-то голова побежала. Еще завтра догонишь. Отдыхай, товарищ боец. А как же вы? Без шинели-то? Не боюсь, я здоровый. Выздоровей только завтра. Очень тебя прошу. Выздоровей.
Значит, жена, их же двое было. Было. Значит, те двое, это только их дозор был. Курич, давай в цепь. Бричкину ко мне пришлешь. Скрытно что? Скрытно? Ага. Ползком, товарищ переводчик. Теперь попуду, что ползком жить будем, поняла? Давай. Держи Бриськина. Это же даже хорошо, что 16 их, а не двое. Двоих поди найди в лесу, а тут вон они. Дорогу назад хорошо помнишь? Ага, товарищ старшина. Гляди, левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, а пушкой держись вдоль озера. Там, где мы хворост рубили. Молодец, девка. Оттуда иди к протоке, не собьешься. Да знаю я, товарищ старшина. Подожди, не гоношись, Лизавета. Главное дело болото, бродок узкий. Влево-вправо трясина. Ориентир береза. С нее на две сосны, что на острове. Там и держись малость, сразу не лезь. Так, винтовку, разгрузку, вещмешок, обвеску все оставь, не ликидай. Доложь Кирену обстановку. А мы за фрицев покружим маленько. Но долго не продержимся, сама понимаешь. Значит, мне сейчас идти. Слегу не забудь, перед болотом. Побежала я. Да, Елизавета Батьковна. Девчат, дела плохо. Стало быть, 16 их. 16 автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя. А будут они здесь часа через полтора-два. Так надо считать. Ну ты как? Ничего. Я спала хорошо. Бричкину я в расположение послал. На помощь можно только к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели мы в бой вяжемся, нам не продержаться. Ни на каких позициях не продержаться. Так что же мы, смотреть будем, как они мимо пройдут? Пропустить их тут нельзя напрямик через гряду. Надо с пути сбить. Закружить надо в обход. Вокруг Легонтова озера направить. А как? Как? Шли глухоманию. Осторожно, чтобы тихо просочиться. Значит, надо, чтобы они нас увидели. А мы их не заметили, что ли? Тогда, возможно, дело, отошли бы в другом месте, попробовали бы. А другое место вокруг Легонтова озера, сутки ходьбы. Однако, кого я им покажу? Вас? На себя самолично. Ну, задержатся, ну, разведку вышат. Поймут, что у нас в заслоне в этом ровно пятеро. Ежели за час-полтора ничего другого не придумаем. Товарищ старшина, а что, если они на лесорубов наткнутся? Да какие лесорубы? Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Так нынче и бабы лес валят. Верно. Лесорубы-то, они по бригаде работают. Ищи их там в глухоте. Всех одним выстрелом не снимешь. Одного проглядишь. Все сообщат, куда надо. А девчата? Орловы у меня.
Вы что там делаете? Камикон за мной! Горите по звонче! Сейчас, погоди! Меня подождите! А кто работать-то будет? Иду, иду! Ну ты где? Слышь, работать кто будет, говорю? А ну-ка, иди сюда. Вылезай. Ах ты. Из района звонили, сейчас машина придет. Хорош близкаться, вылезай, говорю. Ну-ка, вылезай давай. Вылезай, хватит с огнем играть, я сказал. А ну-ка, давай, пошла. Все теперь. Все, девчата. Теперь они никуда не денутся. Если Брычкина, конечно, вовремя прибежит. Прибежит. Она быстрая. Ну вот и давайте за это дело. По маленькой. За ее быстрые ноги, а за ваши светлые головы.
желанием за культуру. Кофею захотел. Почему так думаете? Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только сели 16. Посчитать их придется, Маргарита. Не отбился ли кто? Человек. Часовых двое. Значит, все здесь. Двое. Разведку пошли. Вдоль озера. Мы долго встали. Кольцо шесть развесились. Кисет принесла? Забыла. Федот Евграфович Мельники. Ну, ладно, чего уж. Махорка имеется. Сидор, там он не заболел случаем? Я принесу. Я знаю, где он лежит. Куда? Боец Курвич! Товарищ переводчик! Здесь ждать.
Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Грудь помешала. Лежит тут, покуда Сонечка. Некогда трястись, Камелькова! За мной! Ты у меня не крикнешь. Нет, ты крикнешь. Молодец, Камелькова. Благодарность тебе. Объявляю. Ну вот. На двоих, значит, их меньше стало. Одно пойми, не люди это, не человеки, не звери даже, а фашисты. Вот и гляди, соответственно. Стоять. Товарищ полковник, доставили задержанную. Кто такая? Да кто его знает? Может, шпионка, а может... Женя. Наших сама найдешь? Дай. Ступай. Так, Соня, приходите. Туда, значит. Долго там не мешкайте. Переживайте, после будем. Ha!
без истерик тут. Отличница была. Круглая отличница. И в школе, и в университете. Да. Стихи читала. А главное, детишек нарожала бы. Те своих. И те тоже. А вот не будет теперь ниточки этой. Перерезали. На карте отметим. А после войны памятник поставим. Что это? Бойся. Я не буду. Зачем вы это делаете? Затем, что у нас боец босой. Я не надену. Не в цацкие играем, девоньки. На войне только один закон, о живых думать нужно. Бойся, приказываю. Ну нельзя так. У меня мама медицинский работник. Хватит врать. Нет у тебя мамы. Никогда не было. Документы я твои читала. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать. Ну зачем ты так? Ну зачем? Нам без злобы надо. А то остервенеем все. Как немцы остервенеем. Стреляла когда? Из нашего только. Лена, не стреляй. Вверх задирает. Коротко бей. Угу. Thank you.
На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Да нет, крошка посекла. Спасибо тебе, младший сержант. За что? За ту секунду, что дала мне, чтобы рожок поменять. За эту секундочку на гробовой доске фоткой пойти положено. Gehen. Du hast recht, mein Freund. Das wird schon wieder.
Товарищ старшина, вы коммунист? Да, что? Просим вас быть председателем на нашем комсомольском собрании. В каком собрании? Про что? Про трусость. Собрание? Это хорошо, а? Это замечательно. Собрание. Мероприятие, значит, проведем. Товарища осудим. Протокол напишем, так? А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Поэтому, как старшина и как коммунист, отменяю на данное время все собрания, ясно? Немцы в леса ушли. Вместе взрывы гранаты, крови много. Значит, прищучили мы кого-то. Значит, теперь 13 их. Так надо считать. Это первое. А второе, у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осяйна? Полторы. Полторы. Вот это плохо. А что до трусости, то ее не было. Трусость девчата во втором бою только видно. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец четвертак? Верно. Тогда и слезы, и сопли утереть приказываю. И еще. Запаздывает наша подмога, девоньки. А немцы ждать не будут. Могут в леса утечь, ищи их там. А это что значит, Осяйна? Искать их самим? Вот именно. Опять на хвост садиться, чтобы положение знать. Война — это ведь не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Верно, боец Камелькова? Так точно. Значит, здесь старшие Осянины. Задача — двигаться на большой дистанции. Ежели услышите выстрелы, затаиться. Затаиться и ждать, пока мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем, отходите скрытно. Во-первых, людей там доложите. В поиск со мной идет боец четвертак. Вещмешки, скатки. Все здесь оставим. За мной идти след, глядеть, что делаю. Что бы ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть, ясно? Всем все ясно? Ну, выдвигаемся. Корчагина читала, когда? Как заклялась сталь называется? Читала, небось. А я его, Корчагина, вот как тебя, видал. Возили нас, значит, отличников боевой и политической в город Москву. Ну, там, вон залив смотрели, музеи всякие, дворцы. И с ним встречались. Он не гляди, что пост большой занимает. Человек-то простой. Сердечный усадил нас, чаем угостил, мол, как ребята служатся. Но чем же вы обманываете? Его паралич разбил, не видит он ничего и не шевелится. Не Корчагин он вовсе. Я там в книжке Корчагина, писатель Островский. Мы всем классом письма писали. Может, другой какой Корчагин, может, ошибся. Раненого, видно, добивали.
другой, значит, закон. Учтем. Пошли. Двоих мы там прищучили, Галя. Двоих. Это стало быть, 12 осталось. Thank you.
идет, Евграф! Товарищ старшина! Первый, как брат. Вас Федотом зовите. А Галка? Погибли наши товарищи. Смерть храбрых. Четвертак в перестрелке. Лиза Брючкина в болоте утопла. Так что выходит, Соней, троих мы уже потеряли. Зато сутки здесь уже, в Межозере, противник окружен. Сутки! Да нет ее ни черта. Потерял чего? Да запала нету. Клал, помню, как корова слезала. Без запала гранаты, что железо кусок. Так что остались мы, девчата, без артиллерии. Ничего, товарищ старшина. Отобьемся. Слушайте, товарищи, бойцы, мой приказ. Противник вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей справа у нас нет, и слева тоже. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. До последней капли крови держать. Потому что за спиной у нас Россия. Значит, Родина, проще говоря. И помощи нам не будет. И здесь нам бой принимать. Последний, по всей видимости. Идут. По местам.
Тряпок, белье давай. Да не шелк, он кровь не берет. Льняной давай. Нету. Эх, да леший. Женя погибла. Мешков наших нет. Ни винтовок.
Либо с собой унесли, либо спрятали. Она сразу умерла. Они ушли. Завтра взрывчатка, видимо. Но не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо. Болит? Да не здесь у меня болит. Здесь у меня болит. Здесь свербит, Рита. Так свербит. Положил ведь я вас. Всех пятерых. Положил. А за что? За десяток фрицев. Зачем так? Все же понятно. Война. Пока война понятна. А потом, когда мир будет, будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему я фрицев дальше не пустил, почему такое решение принял. Что ответить, Рита? Когда спросит, что ж вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли. Что ж вы их со смертью поженили, а сами целёхенькие. Кировскую дорогу берегли, да Беломорский канал. Там ведь тоже поди охрана, там ведь тоже поди людишек побольше, чем пятеро девчат. И старшина с наганом. Не надо. Родина, она ведь из канала начинается. Совсем не оттуда. Мы ее защищали. Прежде всего ее. А потом уж канал. Два патрона, правда, осталось. Но с ним как-то спокойнее. А я разведку произведу. К вечеру вернусь. А к ночи до своих доберемся. Погоди. На немцев тогда, помнишь, я уже здесь наткнулся. Я тогда к маме в город бегал. Сынок мне. Больно очень. Отец мой пропал без вести. Не тревожься, Рихта, понял я все. Спасибо тебе. Поцелуй меня. Thank you.
Ach Gott, wie mich das anstinkt. Das Feuer wärmt niemanden mehr. Komm, wir gehen in die Höhle. Девочек было всего пятеро. Они прошли вы. И куда не прошли? И сдохните здесь. Все сдохните. Лично каждого убью. Даже если начальство помилует. А там пусть судят меня. Пусть судят.
Товарищ старшина. Товарищ старшина. Федот Юрович. Пополнение привезли.